Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов под мостом Глен-Калиман. 1928 год, литография 58/40. Глен-Калиман, американский мастер, прошедший в своем творчестве путь от реализма до фантастических сюжетов и абстракционизма. Он начинал карьеру в Индианаполисе, где занимался в художественной школе, а потом работал в местной газете. В 1905-м переехал в Нью-Йорк для продолжения образования, а в 1909-м стал учиться у Роберта Генри. В то время художник разделял социалистические взгляды, работал в газете «Массы». В период с 1910 по 1920 тематика его произведений – изображение индустриальных пейзажей Нью-Йорка и жанровых сцен. Однако в середине 1920-х Калиман постепенно отходит от прежних политических убеждений и меняется его стиль живописи. В эти годы он увлекался литографией и в качестве сюжетов использовал старые впечатления, связанные с городской тематикой и жизнью простых горожан. На эстампе представлен знаменитый Бруклинский мост со стороны Манхэттена. В центре гравюры мужчина и женщина. Судя по одежде, они представители среднего класса, скорее всего, нью-йоркцы. Дама придерживает улетающую с головы шляпку. Так автор изобразил сильный ветер. Ну, вот такое описание к работе «Под мостом» Глена-Калимана я нашел в интернете. Пользовался текстом «Великий музей мира». Всего хорошего, до свидания, смотрим работу.